песня про ребят, которые написал. Пишите своим любимым слова Александра Ганичева. И есть у меня также автор Иван Овчинников, еще поэтов, которых я перечитаю. Вот. Иван Овчинников тоже очень много интересных пишет, которые шикарные песни, одна из его песен тоже прозвучит далее. Да? А сейчас пока воскресенье Ильдамир. Воскресенье верное.